Национальному архиву в этом году 17 лет. В честь годовщины учреждения архивного, документационного и книжного дел прошел спортивный турнир. Работающие с важными документами соревновались в волейболе, перетягивании каната, настольном теннисе. Состязались около 100 человек из 6 команд. Спортивный дух архивистов поддержала партия «Аманат». Победителей наградили грамотами и призами. Мы хотели показать, что архивисты не только хранят ценные документы и обрабатывают их. Мы еще и спортсмены, ведь спорт должен быть в жизни каждого человека. Национальное благополучие – это здоровье страны. Оно равносильно светлому будущему. Поэтому для нас важно, чтобы каждый гражданин был здоров и был близок к спорту. Поэтому с нашей стороны мы всегда будем поддерживать спортивные мероприятия и проводить их чаще.